Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна. Мы находимся в магазине «Станционная 34». Это «Коммунар». Светофоре, конечно, и поздравляю всех со всеми прошедшими праздниками. Этот светофор отличается очень хорошим ассортиментом. Это отмечаю не только я, но и подписчики. Поэтому давайте смотреть, что привезли сюда. Сразу на входе встречает меня гель-концентрат для стирки детского белья под известным нам уже брендом «Идеал». Здесь этот гель рассчитан на 40 стирок в одной упаковке, 1,5 литра. Ценника, к сожалению, пока нет. Поищу, постараюсь найти. Вообще, это недорогой бренд. Вот практически всегда под этим брендом представлен такой гель для стирки. 3 литра, 207,51. И, конечно, покажу, что есть наличие еще сорти Color. Он есть и в Шушарах, и на Пулковском шоссе. Сейчас завозят 312 рублей 94 копейки за 3 килограмма 400 грамм. Сейчас самая пора уборок. Я тоже активно привожу все в чистоту, в том числе и кухню буду намывать. Крем Сиф чистящий актив есть в этом магазине, не во всех далеко светофорах он присутствует. 176,36, цена за 750 миллилитров. Пожалуйста, напишите отзывы и на вот такое средство для мытья стекол Мистер Дес. 750 миллилитров от компании Евротек, 47,88 цена. Хороший, нехороший, оставляет разводы или нет. Я как-то брала такое средство в магазине Лента, оно было чудовищным. Мало того, что оно плохо намывало, так оно еще куча разводов оставляло, то есть все-таки средства одно другому рознь. В Шушарах успела вам показать плед покрывала Люмен 2 на 2 метра, которая светится в темноте. 1176 рублей. Несколько вариантов этих пледов. В магазине в Шушарах такие есть варианты с ракетами, с планетами. Здесь более графичный дизайн. И, конечно, очень многих заинтересовал вопрос, а как же этот плед светится в темноте? Здесь по краю идет бейка, это 100% полиэстер. Значит, и производит его, кстати, город Москва. Плед тоненький, то есть плотность небольшая. Так вот чисто в детскую, может быть, как покрывало, использовать 2 на 2,20 размер. А вот смотрите, если хотите испугать свою кошку или собаку пледом, который светится в темноте, пожалуйста, есть такой вариант. Может быть, как раз для животных подстилку использовать. Показывала вам и вот этот комплект постельного белья, двухспальный, сатин, 100% хлопок, 2046 рублей. А, смотрите, этот комплект идет постельного белья поплиновый с простынкой на резинке, размер которой 1,40 на 2,5 спальный. Это на самом деле отличный комплект. Иваново производит 1,5 спальный. И сюда входит 2,15 на 1,45 м. Это под одеяльник. Простыня на резинке, что бывает вообще крайне редко. 1,40 м на 2. И наволочка 50 на 71 штука. И посмотрите, какая шикарная расцветка у этого комплекта белья. Радует в последнее время светофор хорошим постельным бельем. Плотное прикосновение, соприкосновение нитей. Есть очень интересные расцветки. И цену именно этого комплекта постараюсь указать, потому что наверняка он стоит подороже. Что простынка на резинке вообще бывает крайне редко, в светофорах тем более. Супер такая растительная. Был бы он еще двуспальный, побольше бы было. Например, простынка была бы 2 на 2,20, 2,15. Я бы с удовольствием взяла. Что качество мне нравится. Узнала я стоимость 1663 рубля. Обязательно рассмотрите комплект, в том числе для детской комнаты. В этом магазине есть стойка с актуальными на текущий момент товарами. И вот дезодорант, кстати, Камей Молодик 200 миллилитров от компании Unilever Rus. Вот здесь и стоит. Это, видимо, с 8 марта. Предлагалось его приобрести как подарок. Ну, а мы переходим к товарам. Для садоводов, конечно, это самые актуальные товары сейчас. И смотрите, что привезли. Фигура садовая. Из искусственного камня полиэфирная смола. Он же полистоун, по-моему. 272 рубля в этом году стоят такие фигурки в светофоре. И вот я вам так покажу. В принципе, все, что здесь мы видели и в предыдущие годы. Вот этой собаки точно не было, я ее не помню, потому что фигурки мы изучали с вами очень подробно. Про качество скажу сразу. Немножко выцветают,
нормально себя ведут и служат не один год. У меня у некоторых фигурок где-то что-то отламывалось, но очень редко. В основном они хорошо себя чувствуют уже года три. Есть фигурки, которые я 3 года назад покупала в светофоре, и они живы-здоровы. Единственное, цвет немножко более блеклый становится, а так все хорошо. Например, вот эту зайку я приобрела в прошлом году, и к ней еще купила жениха, так скажем, зайчика в сомбреро. И вот они парочкой у меня под яблонькой стоят, радуют летом глаз. В прошлом году, кстати, быстро разобрали курочек и петушков. Все, что было. Курочки-петушки пользуются популярностью. Вот, покажу все, что есть. Да, в принципе, все мы с вами видели, кроме вот этого кота. Кота такого тоже не было, с подбитым глазом. Вот такого лежачего кота. Были немножко другие котики. В этом году такие. В общем, приезжайте. Здесь работники светофора выставили, видимо, все, что есть. 272 рубля. Уважаемые подписчики, совсем скоро настает наш любимый дачный сезон. Будем сажать вместе зелень, огурцы, помидорчики. Ну и, конечно, нужно основательно подготовиться к этому сезону. Поэтому я хочу вам показать свои 2 последние покупки. Это парники Агроном и Малышок от компании Экознак. Экознак – это ведущий производитель таких изделий на российском рынке и рынке СНГ. Первый парник называется «Малышок». Это самый бюджетный парник в линейке «Экознака». Стоит он всего 500-600 рублей. Но за эти деньги, на самом деле, вы получаете классное качество. Длина этого парника 4 метра. Дуги, выполненные из полипропилена, имеют косой срез, благодаря чему легко их вставлять в землю. Мне понравилось, что у этого парника материал укрывной плотностью 25 грамм на метр квадратный. Этого вполне достаточно для того, чтобы укрыть растения, соответственно, от холодов весной, ну и от сильной жары летом. Шов здесь ультразвуковой, он гораздо более прочный, чем шов, выполненный нитками. У меня часто были такие ситуации, что парник рвался именно по шву. Вот с этим такого произойти не должно. Размерный ряд, я еще раз повторю, 4 метра это длина парника, дуги высотой 1 метр и ширина 70 сантиметров. В общем, за 500-600 рублей очень, на мой взгляд, достойный вариант. Второй парник, который я приобрела, это парник Агроном. 4-метровый. На сайте также представлен еще Агроном длиной 8 метров и 6 метров на любой вкус. Что мне понравилось в этом парнике? Здесь уже более прочные дуги, ширина их, диаметр, вернее, 2 сантиметра. Они также выполнены из пластика, и клипсы для крепления материала входят в комплект. И, конечно, главный плюс для меня – это плотный укрывной материал немецкого происхождения, между прочим. Плотность его 40 грамм на метр квадратный. То есть под таким укрывным материалом точно не замерзнет моя рассада, и летом ей не будет жарко. Очень комфортно. А ширина грядки для этого парника подходит от 68 до 130, но идеально, чтобы грядка была шириной 1 метр. Все артикулы и ссылочки на эти парники я оставлю, конечно же, внизу в описании. Ну и удачного вам дачного сезона. Обойти, конечно, саженцы декоративных кустарников и розы. Розы, они тоже есть сейчас в наличии. Цена 183 рубля, это цена кустарников, а розы стоят вообще 165 рублей. Вчера была в магазине Fix Price. Внимание, цена ровно таких же, значит, саженцев 199 рублей. То есть разница практически, не практически, 16 рублей разница на одном кустарнике. Покупаете вы 10 штук, уже 160 рублей. Ну, так более-менее ощутимо. Вот. И там роз я, кстати, не нашла. А вот эти все розы я показала в прошлом своем ролике. Не забудьте его посмотреть. Очень подробно я с описанием в том числе вам все показывала. Вот Rambling Red, не помню, показала или нет. Декоративная роза, высота до 4 метров у таких роз. Вот это удобрение органическое, биогумус, тоже не забудьте приобрести в магазине Leroy Merlin, по-моему, или даже в ленте. Мне говорили, что оно стоит больше, чем 200 рублей. То есть разница 50-60 рублей на одной пачке. Конечно же, зеленое мыло не можем пройти мимо. 1 литр всегда пригодится в борьбе с вредителями.
77-32. В этом году мыло приехало под брендом Фазенда от насекомых и вредителей. Антибактериальный эффект. И, кстати, в Шушарах мы с вами еще не нашли агроперлита. Здесь он есть. Цена 159 рублей за 10 литров. В этом году привезли агроперлит в большой упаковке. Аж 10 литров. В предыдущие годы по литру, по 2 привозили. Там цена 30 рублей была, по-моему. Субстракт многолетнего использования, природного происхождения. Сейчас мы все с вами активно сажаем рассаду без агроперлита никуда. Улучшает структуру почвы, уменьшает частоту поливов, препятствует слеживанию почвы, стабилизирует температурный режим, не подвержен гниению или разложению, способствует повышению урожайности культур. Что хочу сказать, мне в конце сезона посоветовали, порекомендовали в агроперлите хранить чеснок. Это препятствует гниению чеснока. Он немножко, правда, подсушивается, но я попробовала, мне понравился такой способ. Кто-то мне, правда, писал, что это как-то ухудшает пищевые качества чеснока, но вы же не, как сказать, не без шкурки храните чеснок в агроперлите. Потом его просто очищаете, промываете и все. В общем, классная цена, пока есть, берите. Ну и сетку садовую я тоже уже показывала. Вот она есть в наличии в этом светофоре. 1 метр ширина, 10 метров длина, 422 рубля. Ну и, конечно же, дуги. Ребята, скоро будем ставить парники. 283,50, 2 метра, 6 штучек. Но это только дуги. За 6 штук такая цена. Ну, конечно же, побелка есть в наличии. Недорогая, 62 рубля всего за 1 килограмм 400 грамм. Семена газонных трав. Зеленый участок 800 грамм. 177,99. Повторюсь, что многие мне говорили, что так как здесь в составе больше всего райграсса, то дороговато получается, но и не очень как бы вариант. Но вот у меня, например, сосед не заморачивается с газонной травой. Ему просто нужно, чтобы что-то росло. И он у меня с удовольствием в прошлом году попросил и посадил вот именно эту траву. Ему все нравится. Те, конечно, кому нужен прям идеальный газон, те выбирают газоны с большим содержанием мятлика или чего-то другого. Ну, в общем, этот газон для тех, кто не любит так особо заморачиваться. 177 рублей за 800 грамм. В этом магазине еще осталась хоста. Тоже показывала вам в Шушарах, какие хосты Астильбы приехали туда. Так вот, хочу сказать, вот этой хосты White Brim в Шушарах не было. Там была небольшая голубая хоста и хоста невысокая, тоже с длинными листьями. А это достаточно популярный сорт, вот этот White Brim. 25 сантиметров ее высота, одна штучка. Ну, конечно, тут вот надо смотреть, как это все выглядит. Химерокалис Long Fields Glory. Высота его 50 сантиметров. Вот осталось еще Астильба Pink, но тут надо хорошо изучить, что тут внутри упаковки. Еще один химерокалис Stella Deora. Но видно, что потребители уже так покопались, поискали лучшие корешки. Но хосту, я думаю, можно еще отыскать. Вернусь еще к пледам. 1,75 м на 2. Есть вот такой плед Wellsoft. 728 рублей стоит. Что хочу сказать, опять же, в Шушарах другие расцветки. Видите, светофоры все отличаются по поставкам немножко. Там только темно-серые и светло-серые пледики. А здесь вот можно даже с каким-то рисунком обнаружить плед. И еще нежно-розовые есть. Тапки. Тоже актуальный товар. 128,52 цена. Что хочу сказать, конечно, первая поставка тапок была значительно более классная. Вот, качественные. Там были тапочки очень интересные. Но здесь остались, я бы сказала, неприглядные варианты. Но тоже, как вариант, почему нет. На даче поносил один сезон и выкинул. Колготки все-таки тоже покажу еще раз. 40 ден, 81,90. Размеры двоечка, троечка, четверочка, пятерочка. Значит, 18% эластан, 81,90. Опять возвращаемся к сравнению цен в ленте. Вот эти колготки Allure по супер акциям идут за 99 рублей. Вот видите, там 10 рублей, здесь 10 рублей. И походишь, и набирается такая хорошая экономия. Удобрение органическая находка на основе гуминовых кислот. Зачем-то поставили рядом с монтажной пеной. Но вот оно есть пока в наличии. 96,60 цена за 250 грамм. Есть, например, вот такой универсальный вариант. Маленькая упаковка разводится на 250 литров готового раствора. Вы получаете
кстати, есть еще такой же вариант для орхидей. Кстати, подвздулось удобрение. Также тоже для дачников муравьин 119,46 за 300 грамм. Стимулятор роста корнерост 500 грамм 72 рубля. Видите, приобрести и перекись водорода. Можно отличный раствор для подкормки рассады сделать с помощью нее. 105,83 цена за 1 литр, и вот все, что осталось. В последнее время подвозят и вот этот корм Лайк, консервы для кошек и для собак. 85,80 за 850 грамм таких консервов, их много в наличии. Приезжайте и, конечно, ждем отзывы. Вообще отзывы, по-моему, так, средненькие были. Не лучшие консервы в вашей жизни. Скажем так, уплотняют ассортимент. Вот и короб для хранения складной с крышкой, размер, значит, материал картон и нетканный. Материал 192 рубля, осталась одна коробочка. И вот один короб даже работники магазина собрали. 192 рубля цена. Размер 38 на 24 на 24. По посуде кружка Идиллия, которую завезли недели две назад. Она здесь в наличии, 51,63 цена. Хочу сказать, мне кажется, по количеству кружек стало меньше. Хорошая кружка, Гусь Хрустальный производит. Плотное стекло, приятная, такая приятная форма. Кувшины есть еще в наличии, 159 рублей. А я сегодня, в прошлый раз забыла взять, сегодня возьму. Вот этот салатник Идиллия, ширина 23 сантиметра, объем 2 литра, 143 рубля. Я уже жду не дождусь, когда начну вот такими мисками потреблять салаты. Сейчас вот только снег сойдет, сразу посажу всю зелень. Вот эти салатники достойны внимания. 600 мл из опалого стекла. 82,80 цена. Еще раз покажу также и сковородку 26 сантиметров. Гранит, литой алюминий. 737 рублей 10 копеек. Отличная тоже сковорода. Показывала ее не один раз. Универсальная, из литого алюминия с антипригарным покрытием. Вот здесь есть инструкция по эксплуатации, кому нужно, остановите. Покажу вам и культиватор ручной Торнадика, 1020 рублей его цена. И очень много отзывов уже получила на этот культиватор. Были вплоть до таких, что пользуюсь им лет 5-10, отлично служит, ничего не ломается, прекрасный помощник в саду, в огороде. И как бы, если бы был еще один такой, купила бы. В общем, однозначно хорошие отзывы на культиватор поступают. Именно вот этот Торнадика, не какой-то другой марки, а именно Торнадика. Поэтому однозначно классный товар, можно брать, подписчики рекомендуют. Вот здесь уже его выложили. Вот такая ручка. У кого много земли, еще раз покажу вам сушилку напольную, поскольку нигде в других светофорах, где я бываю, их не встречаю. 774,90. Сушилку подробно уже показывала. Кто приобрел, расскажите, как вам нравится сушилка или нет. 774 рубля она стоит. Ну а рядом завезли уже на этой неделе. Это стол раскладной. Размер этого стола 46 на 68 и на 62. Производит его город Барнаул. Его привозили уже в прошлом году. И очень многим он нравится. Его классно брать с собой на какие-то пикники. На нас совсем скоро надвигаются майские праздники. Вот как вариант с собой в турпоход брать такой стол. Самое то, что доктор прописал. У него крестом идут ноги. Ну, все, наверное, уже знают, имеют представление. Цену тоже постараюсь указать. Ящик 12,5 литров с ручкой на роликах 191,52. Вот он, этот ящик. И опять же, в магазине Лента смотрела цену на подобные ящики. Там рублей 300 он стоит. В хозяйстве тоже всегда пригодится. В наличии много и стульев кухонных Smart. Я их показываю редко. Их подвозят на самом деле практически постоянно. Цена 746 рублей. Максимальная нагрузка на такой стул 130 килограмм. И емкость строительная объемом 45 литров, 252 рубля. В черном цвете она представлена. Табуретка складная тоже здесь есть в наличии. 28 на 33, максимальная нагрузка 90 килограмм. Вот можно купить раскладной стол и там 4, например, такие табуретки, у вас получится такой походный комплект. Цена 259,20. Этот табурет приезжает под брендом Эко. Стеллажи универсальные. 6 полок металл, размер 1,50
89 сантиметров на 64,5 на 29. Все, что осталось. Даже, мне кажется, вот без упаковки две штучки лежат. Очень быстро их разобрали. Многие используют такие стеллажи под рассаду. И покажу еще, что в наличии и бассейны. Насколько это актуально прямо сейчас их покупать. Вот такой размер, я про них подробно уже рассказывала. И второй надувной бассейн, цены указаны. Есть они в наличии, но немного привозят бассейнов. Может, есть смысл заранее закупиться. Покажу вам и вот такую приправу без соли. Мы ее с вами видели. Значит, на Пулковском шоссе цена такой приправы за 50 грамм 51,33. Мне очень хвалили эту приправу. И действительно, по крайней мере, здесь указано, что в состав, например, этой входят томаты сушеные, дробленые, базилик и так далее. Много всего, а соли нет. 50 грамм здесь. Такая приправа и для плова. Кумин, семя, лавровый лист, горошек и так далее. Много всего. Вариант для курицы. И для мяса.